ее товар, это не такой. Она же видит, что это не тот товар, который должен был прийти по моей заявке. Правильно, она это видит, что не должна была жидкость прийти по этому коду, жидкость для стекол. Пришли гвозди. Что за дикость, чему я должна с этим сама мучиться? Мы выдаем заказы. Мне наплевать, что вы выдаете. Мне вообще наплевать. Вот сейчас я ей дам свой телефон, пускай она делает возврат. Я этим заниматься не буду. Почему вы кричите-то? Потому что этот человек, который у вас стоит, она некомпетентна в этих вопросах. Но мы не должны этим заниматься. Вы почитаете... А почему я должна этим заниматься, если ваша накосячила, ваша доставка? Я в чем виновата? Если я потребитель? В смысле не ваша? Подавись, мразь, блядь, этими гвоздями. Тварь, блядь, конченая.